На видео, которое нам прислали, видно, что лошадь ослабла настолько, что не может подняться с земли. Рядом же ребенок, который еще питается материнским молоком. Больное животное по мере возможности подкармливают местные жители. Но решить вопрос с перевозкой и лечением лошади они не в силах. По словам очевидцев, в этом районе регулярно гуляют кони, которых используют для коммерческих прогулок.